Когда мне было 15 лет, я начала заниматься профессионально боксом. В семье не хватало денег, и мне предложили заниматься подпольными боями. За эти два года у меня было 8 боев и множество травм и переломов. А в какой-то момент я поняла, что моя жизнь дороже, и я ушла из боев.